На сегодняшний день почти по всему миру ПЦР-диагностику проводят на так называемых ПЦР-амплификаторах. Это такое оборудование, вот у нас есть там, которое очень дорогостоящее, потому что там разные циклы температуры, как я сказал. Соответственно, и то есть капитальные затраты тех же больниц, диагностических центров, они велики, и это отражается на цене стоимости диагностических анализов. С помощью этого метода можно значительно снизить стоимость диагностики только за счет того, что не используется ПЦР-амплификатор, а используется простая водяная баня, либо сухой термостат, который стоит очень дешево, там от 100 тысяч, в пределах 100 тысяч тенге.